Здравствуйте, меня зовут Кузьмина Наталья, и сегодня я хочу оставить свой отзыв вот про эти два препарата. Это Витамарин А и Б, это морская фармакология, японские БАДы. Я их даю своей маме, она их принимает уже 2 недели. У меня мама, в общем, страдает очень многими заболеваниями, и онкология у нее была, и сахарный диабет, и высокое давление у нее, и ишемическая болезнь сердца. Недавно операцию она перенесла по-женски, очень сильно ослаблена. И вот за эти 2 недели мы уже получили результат. У нее нормализовался сон, ночами она не спала. У нее давление вот уже 3 дня 120 на 80 держится, не поднимается. У нее появились силы, она стала больше ходить, больше двигаться, и само самочувствие стало намного лучше. Витамарин А, он очищает наш организм, а витамарин Б регенерацию клеток делают. Друзья, всем большое спасибо.